Всем приветики! Сейчас мы с вами находимся в игре Warframe. И я хотел бы показать вам такого персонажа, как Гара. Сейчас вы видите ее у себя на экране. А именно я хотел показать вам, как с помощью нее можно быть неубиваемым, но при этом убивать всех вокруг. Нам для этого понадобится ее вторая и четвертая способность. Вторая способность создает вокруг Гары. Как вы видите, щиты с осколков. Эти осколки защищают Гару от всего урона, который идет в нее, снижая этот урон на 90%. При этом эти осколки наносят всем врагам, кто подойдет к ней на близкое расстояние. Но есть такая проблема. У вас уменьшается время, и маленький урон, но все это можно повысить. Вы используете четвертую способность, создавая вокруг себя поле, защитное поле. И как вы видите, время, которое заканчивалось, восстановилось, но урон остался таким же. Урон можно повысить, достаточно просто с внешней стороны разрушить это поле, используя первую способность. Как вы видите, урон стал 12 тысяч, хотя был всего лишь 500. Теперь можно сделать еще раз так же и повторить эту процедуру до бесконечности. Таким образом, ваш урон может повышаться очень сильно. Максимальный урон, до которого я доходил, был 400 тысяч, при этом враги получали 1,5 миллиона урона. То есть вы используете четвертую способность, нажимаете кнопку два раза. Второй раз вы нажимаете для того, чтобы остановить поле, потому что если вы не нажмете еще раз, поле будет расти очень долго. Вот сейчас я не нажал кнопку еще раз, и видно, что поле очень сильно выросло. И сейчас я продемонстрирую то, что разрушая его изнутри, вы не получите повышение урона. Я даже не могу разрушить его, оно слишком большое. Но вот разрушив его изнутри, я не получил повышение урона. Таким образом, вы постоянно прокачиваете это поле, разрушая его. Оговорочка, вы прокачиваете урон, разрушая поле. И после таких нехитрых действий я смогу убивать врагов сотого уровня одним ударом. То есть если вот создать 10 древних целителей сотого уровня и имею урон 100 тысяч, я думаю, что у них нет шансов против меня. При этом я не получу от них урона вообще. Вот и все, они просто ложатся. Вот и все. Ни одного врага не осталось. Просто осколочек дотрагивается до какого-то из врагов, и враг сразу умирает. При этом я даже не успел заметить, какой урон я наношу. Сейчас я попробую это увидеть. 124 тысячи.
То есть таким образом можно легко сражаться с врагами. Ну, чем выше уровень врагов, тем меньше будет проходить по ним урон. И зависит еще, вернее, тем больше будет у них жизни, придется дольше их бить, тем больше вам урона нужно будет. То есть примерно вот 140 тысяч у меня есть, 140 тысяч я и наношу. Потому что у врагов нету брони защиты от этого урона, который наносят осколки. А осколки наносят разрез. Удар, разрез и пронзание. Но если у них будет защита от урона, то есть от всего вот этого, но не будет, например, от холода, то тогда, соответственно, урон будет меньший, потому что у них будет защита. И при этом я даже еще не полностью прокачал своего варфрейма, то есть можно его еще лучше прокачать, и тогда более урон будет более серьезный. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.